Крипзоиды и девчезоиды, и я вас категорически приветствую на своем канале Жук-Муравейник, с вами дядя Саша. Великий ужасный, займемся вот чем мы с вами сейчас, точнее я займусь, а вы будете наблюдать. Я хотел это сделать на стриме, а потом подумал, да какого хрена, это наверное будет какая-то скукота, и смотреть это никто не будет, никому это не интересно, так что давайте я сделаю это в виде записи, кто пожелает придет посмотрит, кто не пожелает не придет не посмотрит, но в общем и целом это да, ты меня уже спросишь, а где розыгрыш? Все правильно, это розыгрыш, не гони, как говорил Фокс, не гони, не машина, сейчас все расскажу. Для начала мне нужно использовать вот этот премиум пропуск. Иначе ничего не получится. Так, премиум пропуск использовали. Получили кучу бонусного опыта. И сразу бриллиантовую монету, ёперный театр. Но дело в том, что у меня все миссии пройдены. Не понял, а почему пишут, что какие-то миссии не пройдены? Все ж пройдены. То есть... Там такая хрень, что до последнего улучшения не хватает двух миссий. То есть здесь неровное количество миссий, ну, чтобы получить дополнительную вот эту экспу. Понятно. С математикой в этот раз было плохо. Так, для чего мне все это нужно? Для того, чтобы перейти вот сюда вот, в магазин операций, и потратить свои 100 звезд, которые у меня гипотетически... 100 звезд? Не 100 звезд, а 100 звезд, которые у меня были гипотетически. Они у меня были, но оставалось только пропуск активировать. Но дело в том, что до 22 февраля 2022 года, короче, до дня 6 двоек, а правильно там? 6 двоек! Короче, до 22 февраля действителен пропуск, не знаю, после этого, наверное, уже нельзя будет его обменять. А почему у меня звезд 101? А за что одну звезду дали? У меня почему-то 101 звезда. Наверное, одна звезда дается за активацию пропуска, скорее всего, да? 101 звезда почему-то написано у меня. Ладно, неважно, 101 так 101. Хотелось сначала получать вот эти вот наклейки из коллекции «Серфинг в хищных водах». Но потом я передумал. Потому что уж больно, тут большой разброс, а мне стопудово вот эти крабы будут выпадать. Вот эти вот сраные крабы мне будут выпадать. А, не, это как раз не, наоборот. Это еще ничего, выпадать будет что-нибудь вот отсюда. Или вот это, или скорее всего вот эти вот. Сраные крабы-то они еще дорогие относительно. В общем, будем открывать и отмечать. Во-первых, будем испытывать мою удачу. Вот. Одна звезда стоит одно открытие. Значит, 101 открытие сейчас мы с вами увидим. И 10 самых дорогих наклеек, которые выпадут сегодня. А сегодня у нас что? Сейчас я гляну в календаре, что у нас сегодня. Так, смотрит календарь. А сегодня у нас 8 февраля 2022 года. Так, а что у нас там вообще по календарю? Так, ну погоди, дай-ка гляну. Где тут у меня календарь? Так, сегодня вторник, 8 февраля. Значит, в субботу, 12 февраля, мы произведем розыгрыш. А подробности позже. Да, такой я паразит. Тебе придется смотреть весь видос. Не, ну можешь, конечно, быть хитрым и в конец куда-нибудь отмотать. В общем, все правила, так сказать... Все, что надо для того, чтобы стать участником розыгрыша, точнее, ну да, чтобы стать участником розыгрыша, я сейчас расскажу в процессе. В общем, 10 самых дорогих наклеек, которые мне сейчас выпадут вот из этой коллекции, я вам подарю 12-го, я сказал, февраля. Ну, короче, в ближайшую субботу, 7-е, сегодня 8-е, в ближайшую субботу я вам подарю. Я, конечно, уверен, что мне примерно вот 80 наклеек будет вот таких вот, Riptide, или вот это вот потрошение, которое стоит там примерно 2 рубля, да? Но, так, а как же? А, то есть какая наклейка выпадет, мы не знаем, да? Это я могу только на нее поглядеть. Это я еще не купил. Ага, ща раскатал, да. Все покупали сразу металлические. Ишь ты какой, паразит. Ладно, поехали. Тратим одну звезду. Так, получить. Получение награды. Ну, я вам отвечаю. Хищные воды. Та-дам! Счетчик убийств. Так. И ты меня уже спросишь, а что это вот за хрень тут у тебя сбоку? Ты что, не мог нормально записывать? Не мог я нормально... А, кстати, я могу ее передавать только после 16 февраля. Ай-яй-яй, я забыл про бан. Тогда нам придется перенести розыгрыш. Тогда мы его переносим на...
Когда? После 16 февраля. Блин, я забываю все время про этот сраный трейдбан, да? Твою ж дивизию. Так. А то есть после 16 февраля, да? Ага. Ну тогда придется в следующий четверг, 17 февраля. Мы как раз будем играть в контру и как раз раздадим наклейки. Все. Я извиняюсь, зря быканул. Все. Следующий четверг. В этот четверг мы просто в контру поиграем, а в следующий четверг тогда я раздам 10 наклеек. Так, сейчас я вам скажу, что вообще хотел. Что ты вообще начал? Вот поэтому я решил это в записи. Потому что на стриме будут немногочисленные зрители отвлекать, я и сам-то тут позапутаюсь. А, счетчик, а бандикам не захватывает у меня контроль никак, только в форме полноэкранного приложения. Но поскольку мне придется постоянно делать паузу, можно сделать, чтобы этой рамки не было, когда полноэкранное приложение записываешь. Но она как бы там, то есть можно начать запись, убрать рамку, там несколько горячих клавиш нажать, и рамка исчезнет. Потом эту рамку, естественно, вырезать. Не, можно вообще чем-то закрыть. Но можно просто на нее забить. Короче, мне придется запись приостанавливать, чтобы смотреть, сколько стоит. Я аж, может, со временем сейчас выучу, что сколько стоит. Так, сейчас будем смотреть, сколько стоит этих... Сколько стоит счетчик убийств? Так, значит, ознакомился я со счетчиком убийств. Самая дорогая наклейка сейчас продается за 12.92 на торговой площадке. А ты меня уже спросишь, а какая вообще самая дорогая? Да какая разница, какая вообще самая дорогая может выпасть? Мы давай будем исходить из того, что вообще выпадет на самом деле. Так, ну чё, поехали, еще одну звезду потратим. Так, а здесь нельзя потратить много? Да? Нельзя, да? То есть каждый раз придется вот так делать. Хорошо. Ну, мне выпал глаз долой, голографическое. Хорошо, мы сейчас пока не будем глядеть, сколько она стоит, попозже глянем. Так, давай еще разочек получить. Так, они сейчас повторяться будут, потом проще будет несколько посмотреть. Ага, небесная курица, 3 копейки цена, это мы точно разыгрывать не будем. Но вот сейчас меня этими небесными курицами и завалит. Так, что там у нас? Глаз долой простая. Так я вам дарил просто так. Ну, она 5 рублей раньше стоила, сейчас не знаю. Так, смотрим дальше. Дальше действовать будем. Опять небесная курица. Ага, я так и предупреждал. А я предупреждал, что небесными курицами завалит. Теперь мне выпадает счетчик убийств. 12 рублей 92 копейки. Так, сейчас как будет, 90 звезд останется, тогда я гляну, что сколько стоит. Ну, там небесная курица, я вам говорю, мы ее точно разыгрывать не будем, потому что она мало очень стоит. Хотя не факт. О, потрошение, мое почтение, 2 рубля! Ну, я, в принципе, я знал, что так будет. Ну, мне интересно. И ты мне уже скажешь, так а нахрена пропуск-то стоит 1100 рублей там или сколько? А ты сейчас получишь 200 рублей наклейками и 100 рублей из них подаришь. Зачем ты вообще это вписался? Я принимаю участие в операции, вот, потому что мне интересна сама операция. Ну, кстати, в этот, ну, то есть мне интересна миссия и все такое. Мне интересна сама операция. Кстати, в этот раз была, по моему мнению, самая скучная операция. Я прошел, как вы видите, вообще все миссии, потому что я тот еще задрот. Но, тем не менее, скукотень. Так, ладно, продолжаем. Что там у нас еще 4, потом смотрим стоимость. Ну, смотреть там особо нечего, ну, кроме голографического глаза долой, все остальное шляпа. Так, курица, я говорю, курица, а я думаю, больше всего будет этих. Я думаю, больше всего будет вот этих вот. А мне чуть курица не заваливает. Хоть бы один этот жидкий огонь бы выпал, а? Хоть бы один жидкий огонек бы дали, паразика, дайте хоть один жидкий огонек. Так, о, большая волна, волна, большая, или там вода большая, вдруг откида, там есть песня, вода большая. Так, вода, волна большая. Красная ярость, тын-тын-тын-тын. Ну, может даже красная ярость будем разыгрывать, если дальше будет только шляпа выпадать. Так, получить. Жидкий огонь! Оо, я думаю, это пока самая дорогая наклейка и все, что выпало. В районе 23 рублей она стоит. Все, короче, пауза, я пошел глядеть, что там выпало у меня. Так, а что там у меня вообще выпало? Вот оно что выпало. Хорошо, я скоро вернусь, далеко не уходить. Текс, возвращаюсь я к вам с информацией. Жидкий огонь, обращаю внимание, это на 8 февраля стоимость на торговой площадке. Это самый дорогой на данный момент, точнее самый дешевый лот, за сколько самую дешевую наклейку продают. Купить ее по факту можно и дешевле, выставив предложение в покупке. Но кто знает, кто покупает на торговой площадке, кто знает, кто не знает, просто слушайте, что я говорю, не забивайте голову. Короче, на 8 февраля жидкий огонь 25 рублей 84 копейки, это вот это стоит. Так, пока это у нас лидер. Потом большая волна 8.98. Так, небесная курица, мое почтение, стоит 7.79. Ну, 7 рублей 79 копеек. Так, потрошение 3 рубля. Ну, счетчик убийств у нас уже был, он 12.92.
Глаз долой обыкновенный стоит 4 рубля 90 копеек. И глаз голографический 39,99. На данный момент у нас следующие лидеры: глаз долой, жидкий огонь и что там еще? Еще чекубис, да? Две наклейки у нас. Во, 5, это 5 наклеек у нас получается. Раз, два, три, четыре. Кто еще? Жидкий огонь, глаз долой. А, нет, 4 наклейки. Пока 4 у нас самых дорогих, да? Да, ну ладно, сейчас посмотрим, короче. Дядя Саш плохо считает. Да. Так, продолжаем. Дальше у нас еще есть 90 шансов. 90 шансов же, 90. Ну-ка. Чачку бейс. Ага, 12 рублей 92 копейки. Так, потратить, получить. Давай небесную курицу. Даешь небесную курицу. Глаз долой. Нет, глаз долой стоит 4 рубля 90 копеек. Мы его точно разыгрывать не будем. Я надеюсь, подороже что-нибудь еще выпадет. За вас переживаю. Так, хоть бы что-нибудь новенькое выпало, чтобы я хоть поинтересовался. Так, жидкий огонь. О, нормал ДС. 25 рублей. А когда-то месяца три назад по 11 рублей он продавался. Он подорожал, он вырос. Я за жидким огнем следил. Я вам скажу по секрету, я себе пару десяточков купил по дешевке. Да. А ты мне уже скажешь, так ты их раздай, они же уже давно. Нет, я раздам то, что сейчас выпадет. А это все в контейнере убрано и пусть там себе лежит и не пыхтит. Так, продолжаем. Дай жидкий огонь голографический! Хочу жидкий огонь голографический! О, глаз долой голографический! Нормально, 39 рублей 99 копеек! Это мы точно будем разыгрывать, потому что я сомневаюсь, что у меня еще 8 штук подороже выпадет сильно дороже. Это пока самая дорогая, то есть пока у меня только 2 самых дорогих наклейка выпало! Так, та-да-да-дам-та-дам! Бабах! Ого! Большая волна голографии! Но она на самом деле стоит меньше, чем жидкий огонь голографический, да. Там еще есть металлист, кстати, большая волна. Большая волна голографических, спасибо, конечно. Мы сейчас глянем. Я сейчас сделаю, чтобы у меня осталось 8 звезд. Я пойду еще погляжу вот эти новые наклейки. А что у меня там новое? Ну, вот пока большая волна, сейчас там вроде старые волны. Так, чем ты удивите меня? Глаз долой. Ну, я понял. А что курицу перестали давать? А что мое почтение курица небесная? Она все-таки дороже, чем глаз долой. Я сейчас потрошение тебе напихаю потом. Да, это может быть, кстати. Это мое. Так, небесная курица, вот мое почтение. Куркин, млекин, яйкин, небо. Так, ну что там дальше? Давай. Да мне все равно, на самом деле, что выпадет. Ну, хотелось чуть разнообразие. О, счетчик убийства графическая. Прикольно. Как красивые спички горят, да? Ну, это точно будем разыгрывать, потому что счетчик убийства 12 рублей, а голографическая хоть на копейку, да подороже. Ну, она на самом деле на копейку. Сейчас поглядим. Так, далее, Санта-Барбаре. Курица! Потрошение, мое почтение. Треха прилипла. Шурику треха прилипла. Ну, это точно у меня останется, я разыгрывать не буду, ладно. Ну, хотя, может, потом просто таком раздам. Я же добрый. Иногда, бывает. Глаза нет красные. А красный я тебе записывал? Ой, погоди. Она у меня в прошлый раз выпадала, но я ее что-то не запасал, да? А, я промёл. Ну, сейчас поглядим. Ну, она тоже там копейки стоит. Так, она тоже стоит копейки. Так, все, сейчас пошли глядеть. Да, вот же, красная ярость у тебя была. Ай, сорян, ну сейчас я гляну, там красная ярость, голографическая вот это. Все, больше нового ничего не выпадало. Вот эти две голографические, а глаза, мы знаем голографические, он стоит 39 рублей. Ладно, все, пошли глядеть. Так, слушайте, ну, блин, глаз долой. Естественно, он мне останется навсегда. Он стоит 44 рубля 90 копеек. Так, вот. Ой, какой глаз долой. Красная ярость, 4,96. Что-то плетешь, красная ярость. Это красная ярость, это глаз долой. Извиняюсь. Ну, ничего страшного, что я немножко спутал. Зато счетчик убийств, вот этот голографический, стоит 76 рублей. Вот я вам и точно разыграю. А большая волна, а голографическая, где она есть-то? Кому-то повезет, а он ее от меня получит. 108 рублей на сегодня, 8 февраля, стоит. Я обращаю ваше внимание, ваше внимательное внимание, что 17-го, или может быть 18-го, или 19-го, смотря когда я с вами смогу связаться и передать вам эту наклейку, она может стоить меньше, может стоить и больше. Больше. Цена на торговой площадке колеблется. От меня это не зависит. Я сейчас самые дорогие выберу, но в основном, скорее всего, так и останется. Уж если она, большая волна, сейчас стоит 108, то вряд ли она прям там уж дьявольски подешевеет. А если подешевеет, все равно потом она в цене вырастет. Так, ну что, продолжаем. Очередная десятка, да? Еще 8 звезд. Хо-хо-хо-хо. Можно по двойной скорости смотреть, потому что все долго, нудно и неинтересно. Тем более, если будут какие-то небесные куры. Ну вот красная ярость, скукота, конечно, да. Хотелось бы разнообразия. Не, пусть дешевые, но разные. Пусть каждый раз разные. Че одно и то же. А потрошение, мое почтение, спасибо, конечно. Так, а нельзя сразу потратить много? Больше одной, нет, нельзя? Нельзя, да? Только одну можно за раз. Я бы сразу 10, пусть они по очереди там подали. Так, ну что там долго думаешь? Потрошение. Ну я тебе говорю, мне вот это потрошение напихает сейчас полные штаны. Мне этого потрошения напихает. Все, кончилось, халява, сейчас потрошение будет. Потрошение. Металлическое! Неплохо, слушай, большая волна стоит 108, а металлический я только что смотрел, по-моему, 177. Ай, уж прям жалко, давай, легкая, красивая, наклейка-то. Лучше бы вы мне все время только кур этих небесных давали, такие наклейки отдавать жалко, ладно, чуть-чуть не жалко, конечно. О, кстати, хищный ход еще ни одной не выпало. Так, ну пока у нас только одна была интересная всего этого, это хищные воды металлические. Кстати, металлическая, она тут одна единственная, да? А, не, погоди, глаз еще есть металлический, да? А, это, извиняюсь, красная ярость есть металлический. Ну, я сомневаюсь, да, две металлических. Раз, два, три, четыре, четыре голографических. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, обнаковенно. Так, ладно, хорошо. Ну, может, как красная ярость металлическая выпадет когда-нибудь.
Глаза долой, обыкновенные, глаза долой, обыкновенные. Так, дальше, так, давай, Ника, что-нибудь интересное ребяточкам, девчачкам надо же подарить что-нибудь клевое. Хищные воды, это мне останется, это мне, это обратно мне, это снова мне, это снова мне. И куры тоже мне, и потрошень тоже мне, это все мне, Красноярск, это тоже мне. Так, что там еще две, потом я иду смотреть цены, но там смотреть на самом деле нечего. Мне только узнать, сколько большая вода стоит, металлистка, на говорю, что вроде. Щечка убийства, 12 рублей 92 копейки. Это может быть даже мне останется, какая-то одна из них может быть даже мне останется. Давайте побольше наклейку дороже, чтобы у меня хоть что-нибудь осталось. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давайте, давайте. Так, давай, 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 давай. Оу, красная ярость металлическая, вау. Что-то прям как-то это, прям как-то... сердце начинает кровью, глянь, какая красивая, ну ты бля, какая красивая, да что ж такое, да что ж такое, так. Чего у нас тут нового выпало? Ну, ярость металлическую поглядеть, да? А, ну, копирация хищной воды, она рубля 3 стоит, ну, сейчас гляну. Так, это мне остается, скорее всего. А, посмотри, сколько стоит большая волна. Сейчас посмотрим. Так, продолжаем. Хищные воды. Вот эта вот прекрасная наклейка, которая, конечно же, останется мне. Ну, может, я их потом еще кому-нибудь подарю. Но пока они останутся мне. Стоит 2 рубля 14 копеек. Ну, копеек. Ну, их там до жопы на торговой площадке, так что... Так, смотри, короче. Наш, конечно же, интересует металлическая большая волна. Волна большая, она земля. 171 рубль она стоит на данный момент. А вот красная ярость, несмотря на то, что она металлическая, стоит всего лишь 68. Но мы ее, разумеется, тоже будем разыгрывать. Так, слушай, я, получается, все наклейки получил, кроме одной, да? Мне не выпадало пока только жидкий огонь голографической, да? Это была. Да, жидкий огонь только голографической не выпадало. За ним очередь. А вот он, кстати, самый дорогой. Он даже стоит дороже, чем вот этот. Ну, сколько он стоит, мы узнаем, если он мне хоть раз выпадет. Если он мне ни разу не выпадет, то мы, естественно, и не узнаем. А вот посмотрим. Так, красная ярость. Простая красная ярость, 4,96. Спасибо. Так. Ну посмотрим, за такое количество раз мне хоть раз жидкий огонь выпадет. Повезет кому? Повезет голографический, разумеется. Повезет кому-то из вас. Так, хищные воды, ага, повезет у кого? Тому, у кого петух снесет, как говорил Глеб Егорыч. Все, больше можно ничего не глядеть, мы стоимость всех наклеек знаем. Это опять мне дали там 4,96, но только жидкий огонь голографический мы не знаем. Ну, выпадет, я вам расскажу, сколько он стоит. Я сильно сомневаюсь, счетчик убийств. Так, 12,92. Это может быть даже мне. Это мне, сбер книжку мне. Так, а дайте мне еще раз металлическую воду большую. Дай мне воду металлическую большую. О, жидкий огонь простой. 25 рублей. Это может быть даже не мне. Да, может быть даже не мне. Как пойдет? Как пойдет? Но с большой вероятностью может быть хоть один огонек я получу. Хотя бы один мне огонек. Ух ты, еще один огонек. Опять 25 рублей 84 копейки. Да что ты будешь делать, а? Огоньками меня решили. А жидкий, жидкий, голографикус, огонекиус, плиз. А, глаз долой, голографист, 39 рублей, выпало опять, да, жуткий огонь голографический, простой глаз долой, 4,90, это мне, небесная курица, давно не было, кстати, 7 рублей 79 копеек на данный момент стоит. Ну, продолжаем, так, сейчас посмотрим, ну, дайте мне жидкий огонь голографический, вот поэтому он такой дорогой, что он редко выпадает, понятно, да, это уже понятно, вот, потому как у меня чего выпадает, мы понимаем, насколько оно дорогое, насколько оно недорогое. Хищные воды. Кстати, вот хищные воды, они вроде стоят 2 рубля 14 копеек, да, их вроде много, а вот мне их как-то мало выпало. Смотри, я потратил, сколько там получается, так, 1,42 наклейки, то есть 42 звезды я потратил, да? И вот за 42 звезды сколько мне выпало этих хищных вод, самых дешевых наклеек? Так, ну потрошение тоже трешка стоит. Так, хищные воды, вот раз, два, три. Потрошение, раз, два, три, четыре, да, если я не пропустил. Надо сказать, пока рандом мне достаточно благоволит, прям шляпа у меня особо-то не засыпает. Вот поэтому я решил наклейки подкрывать, это долго и интересно. Ну и, конечно, много не заработаешь. Не, ну сейчас меня, конечно, может этим потрошением закидать. Может быть, я всю свою ману удачи потратил. Мне сейчас будет хрень всякую выдавать. Хищные воды, да-да-да, зря ты, дядь Саша, сказал, что тебе мало хищных вод надавал. Сейчас их надает. Огонь! О, хотя бы жидкий, ой, хотя бы простой. Спасибо. Это, между прочим, 25 рублей с потенциальным стоимостью роста в будущем. Так что не спешите продавать или наклеивать, оставьте, может, что-то подзаработаете. Так, жидкий голографический, небесная курица. Небесная кура. Татарам небесная кура. А ты мне уже скажешь, может давай другие открывать? Не, давай эти до конца открывать. Не хочу никаких кейсов, никаких агентов, никакие скины дурацкие. Сейчас откроешь, вот допустим, можно было взять вот эти скины. Ну тебе, говорю, будет падать вот эта вот шляпа, самая дешевая, она тебе выпадет. Не выпадет тебе вот эта вот чешка. Ну не выпадет она, вот я уверен, что не выпадет. Там если зайти на торговую площадку, там настолько мало всего этого продается, по-моему. Ну я глядел, ну короче, я буду открывать наклейки, все. Не хочу ничего, никакие скины, не интересно. Интересно с наклейками повозиться, зато у меня их будет, глянь, сколько. О, глаз долой голографический. Голографический глаз долой стоит 39 рублей. Так, ну мне точно счетчики убийств какие-то останутся. Да, смотри. Еще пару таких глазов. Москва-швей, еще парочку голографических глазов, нам парочку дайте. О, большая волна голографическая. Мое почтение, кому-то повезло. Еще таких 9 выбить и все, и 10 разыграть голографических волн. Да, ты еще на Алиэкспресс зайди, закажи себе губы. Ну да, надо бы, конечно, губы закатать, на машинке заказать. Так я же для вас стараюсь, я же не говорю, чтобы мне выпало. Вам 10, я все разыграю, небесный курс. Ну это мне, понятное дело. Ты спросишь меня уже, сколько там стоит... Погоди, а мне что выпало, жидкий огонь или волна? А, это волна, это не жидкий огонь. Это волна голографическая. Ой, не то, она... Нет, зачем? Мне нужен... Волна голографическая есть. Ой, нет, я думал, огонь выпал. А, размечтался, огонь так и не выпал. Волна голографическая стоит 108. Ну, тоже нормально, 108 рублей. Так, ладно. Блин, это не жидкий огонь.
Че, жидкий огонь был графический, так и не выпадешь, что ли, ни один, а? Что ж, никому я не подарю жидкий огонь был графический, я ж не за себя стараюсь, нет, все. Мне все равно, мне что останется, вот потрошение, у меня там будет полный карман потрошений. Так, все, половина есть. Подведем промежуточные итоги, да? Так, давайте подведем промежуточные итоги. Что у нас интересного, что нет, сейчас я паузу нажму и подведу. Так, значит, подвел я предварительные итоги. Самые дорогие 10 наклеек у нас следующие. Большая вода металлическая, разумеется, она одна. 171 рубль она сейчас стоит. Потом большая волна голографическая. У нас уже две. Где она тут у меня спряталась? Вот она. Вот это. Таких у нас две штуки. Потом у нас три штуки один счетчик убийств голографический. Вот он, где он? Я счетчик убийств голографический, сюда его показать. Не вижу, в упор не вижу. Старый стал, а помнишь, какой я был? Да, помню, вот счетчик убийств голографический. Он 76 рублей стоит. Потом глаз долой голографический. У меня их три штуки по 39 рублей. Вот она. И жидкого огня, их уже 5 штук. То есть это уже более чем 10. То есть пока лидеры определены. Дешевле жидкого огня ничего не будем разыгрывать. Может, будем дороже разыгрывать, если глаз долой еще побольше выпадет. Так у нас получается волна 1, волна 2 голографическая, то есть это 3. Так, счетчик убийств это 4, глаз долой 7. Если еще 3 глаза долой выпадет... Так, ну или что-нибудь подороже. Ладно, посмотрим, короче. Все, жидкий огонь немножко мне останется. Ха-ха-ха. То есть весь каждый новый жидкий огонь, который будет выпадать, это мой. Давай жидкий огонь сюда. Курица. Ну это по-любому моя. Кура по-любому моя. Так, что тут у нас? Небесный кур опять мой. Ну что такое? Ну, товарищ директор. Ну дай что-нибудь поинтереснее. Где большая, то есть где жидкий огонь? О, мой. Мой огонь. Это все мое. А жидкий огонь голографикус. Смотри, может не выпасть ни один, да? Кстати, да, может не выпасть ни один. А у меня пока превалируют явно небесные куры, по-моему, среди всех этих. Финтихэ, да, небесные куры, ну все хорошо. У меня курятник целый, у меня птицефабрика. Сербы яйца, помните? А вот они, ха-ха, отголоски хищной воды. Ладно, так, теперь еще. Ну там мне за сербы яйца курами так меня засыпает. Угу, ну я в принципе не расстроен. В общем и целом, не самые дешевые наклейки вам буду дарить. Может, сейчас еще что-нибудь выпадет, такая голографическая. Ну дай что-нибудь голографическое. О, счетчик убийств голографический. 76 рублей, отлично. Красота какая, да? Так, ага, счетчик убийств голографической. Пишем, у нас он получается 2 штуки, да? 2 штуки. То есть у нас уже есть достаточно дорогих наклеек, 5 штук. Угу. Так, ладно, то есть у нас тут 3, 5, 8. Ну, я думаю, мы точно от большой, от жидкого огня уйдем. Сейчас что-нибудь подороже-то выпадет. Еще шансы пока остаются. Сохраняются шансы. Небесный кура, это не вам. Это все мне. Большая волна, это тоже... А, не, погоди, просто большая волна, это мне, да, она вообще 8 рублей. Это вообще 8 рублей, большая 8 рублей, там что-то стоит. Да, какая-то 8 рублей, 8 рублей, это все мне. Хищные воды, ну естественно, куда же без них, куда же мы без хищных вод. Не выпадает жидкий огонь голографический, ты прикинь, вот будет 100 открытий, да? И ни разу не выпадет, Это, конечно, интересное, кинцо, венцо и доминцо. Счетчик убийств простой, это мне, счетчик убийств простой, спасибо. Спасибо большое, пригодится, куда-нибудь наклею. Глаз долой, куда-нибудь наклею, спасибо большое. Или еще раз подарю. Так, дальше что там? Ну дай-ка голографическую волну-то. Точнее, не волну, извиняюсь, а жидкий огонь. Ну смотри, 35 открытий. Я думаю, жидкий огонь голографический тебе не выпадет ни разу. Да, я уверен, что не выпадет. Уверен, если было где-то 140 открытий, то мог бы выпить. О, куры-то, понятное дело, курынды. И вот заметьте, да, дальше вообще стало больше шляпы выпадать, да? Что-то голографические вообще не выпадают на втором полусотне. На первой полусотне еще выпадали, на второй, что они прям редко-резко падают. Хищные воды. Слушай, а тут нельзя по-быстрому, да? А, это я отмену нажал, я не потратил, да? Да, погоди, 30? Не понял, еще раз. Вот, и я нажимаю отмену. Не, они открываются. Только я их не вижу, что там было. Они... О, ты смотри, я пропустил! Выпало! Когда отмену нажимаешь, она выпадает. Я ее промотнул, типа там внутри. О, есть голографический жидкий огонь. Так, слушай, когда слепой открываешь, что лучше? Да нет, это все шляпа. Ну давай мы попробуем еще слепую открыть. Вот смотри, давай 9 раз слепую открой. Смотри, я нажимаю потратить, получить эскейп. Видишь, она звезда засчиталась. Так, потратить, получить эскейп. Потратить, получить эскейп. Там сколько у меня еще 6 открытий? Потратить, получить эскейп. Она, короче, выпала, но я ее не увидел. Так, хотя вот когда ты открываешь капсулу с наклейками, то капсула на экране у тебя показывается в руке. А это почему-то не показывается, не понимаю почему. Так, 22. Так, 21. Так, слепую, открываем слепую. Так, а теперь смотрим, что там нам выпало. Ого! Еще один жидкий огонь голографический выпал. Прикольно. Ты глянь. Нифига себе. Ха, прикольно. И жидкий огонь, и большая волна голографическая выпала. Ха. Слушай, а что слепую? Да мне кажется, не важно, как открывать. Ладно, мы сейчас продолжим открывать слепую. Так, пойдем посмотрим, сколько стоит. У нас два жидких огня. Так, большая волна голографическая, еще одна выпала, да? Блин, она 108 рублей стоит, между прочим, 3 штуки. Так, больших волны 3 штуки. Так, очень хорошо. Это глядишь, мы и почти все. Так, а глаз я считал еще один, да? Глаз долой голографический. Не, по-моему, не считал. Это четвертый получился, да? Так, глаз долой голографический у нас.
Россия. Не Россия. Раз глаз долой голографический. Потом глаз долой голографический 2. Глаз долой голографический 3. Глаз долой голографический 4. Да, это четвертый. Так, значит, глаз долой у нас 4. Ну, тут, короче, уже даже до жидкого огня точно не доходит тема. Потому что тут уже... А, погоди, еще с красной ярости забыл посчитать. Она же стоит дороже, чем глаз долой. Точно, у нас же есть еще одна красная ярость. Мне надо тоже галочку поставить. Она 68 рублей стоит, точно. Она же стоит 68. Так, все, пауза, пошел глядеть, сколько жидкий огонь голографический стоит, который я вам могу подарить, целых теперь уже две штуки. Так, жидкий огонь голографический 198 стоит. Их у нас две штуки. Отлично, погнали дальше. Открываем слепую 10 раз. Так, 10 раз слепую. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так, побыстрее будет. Семь. Восемь. Девять. И 10. И смотрим, что же мне там выпало. Так, выпала нам шляпа. Хотя нет, глаз долой голографический. Еще один выпал, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну да, тут ничего интересного, кроме глаз долой голографический. Еще один. Глаз долой у нас уже 5 штук. А я не знаю, до него, наверное, очередь даже не дойдет. Тут, наверное, все подороже уйдет. Наверное, так, ладно. А, все, 10 осталось. Ну, 10 осталось, эти придется все глядеть. А то сейчас все ж кончится. И мы получаем большая волна. Большая волна 8 рублей 98 копеек. Так, получаем мы с тобой. Большая волна. Вы нас решили закидать большими волнами? Так, я выключил. Я выключил, не вытерпел. Так, глаз долой. Ну, понятное дело, глаз долой это фигня. 7 звезд у меня осталось. 7 последних звездочек. Ну, большой это жидкий огонь 2 раза дали, я спокоен. Мне дали все наклейки из набора. Не обделили ни разу. Так что я спокоен. Теперь пусть все выпадет, то выпадет. Большая волна. Ну, под конец решила большую волну закидать. Ну, большая так большая. Какая, собственно говоря, разница? Пусть будет большая. А, хищных вод еще немножко. Так, стоп, 4 звезды. Так. И дядь Саша получает куру. Не, потрошение. Куру, я думаю, куру небесную даже. Да, кстати, потрошение. Но я думаю, последний будет потрошение. Или большая волна. А, ты еще выключил, не удержался. Это была красная ярость. Выключил, не удержался. Так, 2 звезды у меня осталось. Так, 2 звезды, 2 светлых повести. Счетчик убийства. 12 рублей, мое. This is my. Ну что? Дашь нам, о великий Гейб, жидкого огня немного. Ну-ка, плесни жидкого огня на нашу, понимаешь ли... Каменку. Хищные воды. Так и знал. Апофеозом стали хищные воды. Все, звезд у меня ноль. Что ж, время подвести итоги и определиться с тем, что мы будем с вами разыгрывать. Хорошо. Так, подведены вполне утешительные итоги. Оглашаю список 10 наклеек, которые мы будем разыгрывать 17 февраля 2022 года. Две самых дорогих. Жидкий огонь голографический. Это вот такая. Далее. Одна большая волна металлическая. Это... Вот. Где тут эта большая волна? Она где-то в самом начале выпадала. Большая волна. Это голографическая. Вот, большая волна металлическая будет разыграна. Это уже 2 плюс 1, 3. Потом 3 больших волны голографические. Это получается 6. 3 больших волны голографические. Вот таких вот мы будем разыгрывать. У меня же их 3, я ничего не путаю. Стоит такая 108 рублей. Так, большая волна голографическая. Ну, давай проверять. Одна большая волна. Так. Мне. Другая большая волна. Мне. И где-то тут третья большая волна. Вот она. Все правильно. Теперь счетчик убийств голографических. Две штуки будут разыгрываться. Это вот такие вот. Вот. Два счетчика убийств голографической. Это уже будет, получается... 8, да, там было 6, это будет 8. Потом будем разыгрывать одну красную ярость металлическую. Это я по стоимости схожу. Она стоит у нас 68 рублей. Красная ярость металлическая. Где-то и есть красная ярость металлическая. Вот она. Вот и последняя. Глаз долой голографическая. Глаз долой голографическая. Вот такая вот. Она будет одна, потому что предыдущих будет 9. Все, друзья мои, что же вам надо? Вам надо вступить в группу ВКонтакте.
Вот, лайкнуть пост, в котором будет идти речь о данном розыгрыше, и репостнуть его к себе на свою страничку. Вот и все, вступить в группу, лайкнуть пост, и репостнуть на свою страницу. Все ссылки на группы ВКонтакте, на пост с розыгрышем и прочее, все будет находиться в описании данного видео, то есть под видосом. И в первом посте, а может быть даже посту к видео, там тоже будут все ссылки даны. Ну что ж, в общем и целом я доволен. Наклейки выпали все. А вот, не самые. Я думал, меня закидает вот такой наклейкой и вот такой. Таких много, но и других тоже немало. И вообще весь жидкий огонь достался мне, обыкновенный. Ха-ха-ха, вот так-то. И даже немножко глазов голографических мне насыпало. Спасибо, спасибо. Все, всем желаю удачи. Будьте здоровы. Увидимся на моем канале. Напоминаю, стримы по Counter-Strike проходят строго каждый четверг. Если в четверг стрима нет по Counter-Strike, значит, ни в какой другой день его тоже быть не может. Хотите поиграть в контру, приходите в четверг. 6-7 вечера по московскому времени. Ну а чтобы ничего не пропустить, вы подпишитесь на канал на YouTube и колокольчик включите, оповещалочку верхнюю, дзиньк, максимальный, чтобы вам приходили все сообщения. Также вступите там в группу ВКонтакте, там на сервер в Дискорде подпишитесь. Ну все ссылки на все это есть в описании видоса или в первом посту к видео. Будьте здоровы, до скорых встреч! Спасибо, кончено.